Митрополитен Петербургский и Ладожский в Арсенофии посетил Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени Владимира Алмазова. Сейчас в центре действует домовая церковь святого мученика Евгения Трапезунского. В планах у руководства центра построить большой храм. С пасхальным приветствием переступил через порог медицинского центра Владыка Варсонофий, глава Санкт-Петербургской митрополии. Весь медицинский персонал встречал архиерея, ведь такие гости здесь бывают нечасто. Владыка поздравил маленьких пациентов кардиологического отделения, после чего обратился с приветственным словом к сотрудникам центра. Как заметил митрополит Варсонофий, обращаясь к медперсоналу, врачи и священники своего рода коллеги. Первые занимаются телом, вторые – душой. И для людей, приходящих в храм, к Богу, болезнь становится лекарством. Горьким, но действенным. Масса у нас болезней порождает грехи. Это пьянство, вот эти наркомания, это распутство. Это приносит столько болезней в человеческий организм, что потом врачам приходится только одно сказать – иди, больше не греши, потому что невозможно. Из-за грехов многие попадают в больницы. А церковь будет помогать вот в этом смысле лечения души. Потому что когда душа чистится, болезнь потихоньку уходит. На память о своем посещении Владыка подарил икону Божьей Матери Всецарица. А каждому из врачей – православный календарь. После чего солисты хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии исполнили песнопение. Медицинский исследовательский центр и Санкт-Петербургская митрополия планируют дальнейшее сотрудничество, одним из плодов которого станет строительство большого храма. Только 3000 открытых операций в год – это все очень серьезное вмешательство. И люди нуждаются в том, чтобы обратиться к Богу. Поэтому мы организовали молельную комнату. У нас есть в планах, и она рассчитана на поддержку Владыки, поддержку митрополии, организовать здесь духовный центр. И мы, я думаю, что в этом году, может, или в начале следующего, заложим камень в основу нового храма. Медицинский центр имени Владимира Алмазова был основан в 1980 году как научно-исследовательский институт кардиологии. Сегодня это многопрофильное медицинское учреждение, где оказывается кардиологическая и кардиохирургическая помощь населению. Выполняются научные исследования.